Тверской области участники СВО и их члены семьи смогут получить выплату на газификацию. Такое решение было принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Так, участники спецоперации и члены их семьи смогут получить до 150 тысяч рублей на газификацию домов. Также глава региона поручил сократить сроки проведения работ для этих категорий граждан. Им будет оказана услуга вне очереди. По участникам специальной военной операции это очень важно, особенно когда человек приезжает в отпуск, это буквально 2 недели, 15 дней, поэтому задача поставлена, чтобы уложиться и в это время, и вот эти объемы денежных средств, которые выделяются, повышены до 150 тысяч рублей по сравнению с теми, которые были до этого, 100 тысяч рублей. Но я думаю, что самое главное – это внимательное и дружественное отношение к нашим гражданам при проведении газификации. Программу по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений, как заявил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, будет действовать теперь на постоянной основе. В Верхневолжье целый ряд категорий жителей могут получить региональную поддержку при газификации самих частных домовладений.